девочка. Напротив меня девочка сидит с георгиевской ленточкой на косичке. Сегодня эту ленточку носить на сумке можно, можно в виде брошки. А я прекрасно помню тебе с ленты, как бабка не выбрасывала крошки. Как много лишнего мы слышим в небоге, но только этой патоки с елеем не очень верят те, кто в 10 лет видался в основном столярным клеем. А время умножает все на ноль, меняет поколение поколением. И вот войны подлеченная боль приходит лишь весенним обострением. Над этой болью многие кружат, как воронье, как чайки, и так рады, как будто свой кусок урвать хотят бетонно-героической блокады. Я еду в поезд, смотрю на все подряд, в окно на девочку с прекрасными глазами. А за окном солдатики лежат и прорастают. Просят и хотят чего-то. Откопай меня, браток, я вершинин Саня, пятый миномет, бог, сам я из Рязани. Много ты в кино видал о солдатах версий. Сейчас послушаешь мою, будет интереснее. Начнут они вещать на языке стонов недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают между елок. Откопай меня скорее, умоляю снова. Я Маршанников Сергей, родом из-под Пскова. Адресок мой передай в родную сторонку. 18-й квадрат, черная колонка. А под утро все взрывет, полетит куда-то и попрет на пулемет штыковую складом. И деревья все вертом, пусть растут коленья в этом славном боевом месте преступления. Наш чудесный уголок и леса сказки. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода порошка. Над землей месяц май, холод и прекрасный. Электричка подъезжает к станции Апраксина. В небе караван гусей. Скоро будет лето, девочка в своей красивой отправляет.